купили. Амбас. Вот вышел магазин после таких ливней тропических. Ливни, дожди были тропические. Просто здесь как все топило. Такие сильные ливни были. Все зазеленело сейчас. Все. Сейчас иду там хлеб куплю. В магазин пошел, хлеб взял. Хлеб заходит топить. Тропические дожди были с ливней. Это вообще невозможно было ходить. Погода все. После ливни, после дождей, вот так все зазеленело. Вот так все зазеленело. Такие дожди были, ливни. Это было как... Это нечто, чтобы нечто было. Дожди. Дожди не прекращались. Тропические такие дожди были. Смотрим, начиналось и все. 2-4 с утра. 2-4 сутки, все, только дожди были. И после этого ливень, это дожди, так все зазеленело, все. Трава так выросла, густо. Трава так высоко стала, загустела. Сейчас посмотрим. Вам покажу сейчас парк, как все загустело, там прям тропический лес стал. Просто даже не трава так выросла, рост. Все в рост пошло после электропической дожди здесь. Здесь такие лужи везде. Вот смотрите. Все просто. Вот так все как в лесу здесь стало. Вот так все. После дождей. Смотрите, дома даже не видно. Что так все загустело. Лесом все это листья так за все прям, смотрите как красиво стало, вот, все зеленеет, даже какие деревья не были зеленые, сами они не были зеленые, листья не было, они бы так зазеленели когда-то. И дождь их все деревья помог от пыли, все стали зеленые зеленые. Вот даже то трава такая густая. Слышите пение птиц? Так все здесь, смотрите, как загустело. Вот это все кустарники здесь. Это все зелень. Просто тропические дожди. Тропические дожди у нас было 4 дня. 4 дня так дожди шли сильные. Но холодно, прохладно было. Ветер сильный был. Ну так все зазеленело, смотрите. А как здесь пахнет? Сирень, нарциссы, все деревья какие цветущие, все запахи перемешались. Жаль, камера не придает. Все запах. Аж какие запахи? Просто камера не придает. Нарцисс, сирень, все запахи цветов. Вот здесь вода, так. Смотрите, как пение птиц. А запах какой, такой аромат стоит. Сирень, нарцисс, еще там другие цветы, розы. Все смешано. Камера так не передает запахи. А здесь так все смешано. Так все, все запахи вот этих цветов, все смешались в воде. Вот здесь густой лес стал. Смотрите.
Вот, смотри. Это все так в палках у нас. Что зазеленело? А вот еще вот эта палка. Я как сейчас иду погулять с этой палки. Вот эта палка зеленая есть. Вот такой запах. Сирень и вот эти нацисс. Еще вот эти цветы. Вот. Они все пахнут. И еще один здесь цветок растет. Деревья такие растут. Вот, смотрите, как густой лес. Вот такой у нас есть парк. Как у лесов. Еще сейчас может еще грибы появятся. Такой здесь запах. Все зазеленело после дождей. Ой, какой котик. Смотрите, какой красавец здесь. О, пушистый, чистенький. Смотрите на него. Какой здесь запах. Парки, пойдем. Здесь у нас такой кисун. Он здесь. Или он домашний, или в кафе живет. Но потом... О, какие здесь запахи. Что здесь погуляюсь? Я домой же обратно вернусь.